Новогодний фестиваль «В семье единой вместе Перле» завершил череду ярких событий, посвященных столетию образования чувашской автономии. Несомненно, каждый народ дорожит своим родным языком, своими традициями. В рамках фестиваля в ДК тракторостроителей появилась уникальная елка «Вместе Перле». На ней новогодние игрушки, сделанные руками представителей разных народов. Она стала символом единения всех, кто живет в нашей республике. Напомним, что Чувашия стала вторым домом для почти 130 национальностей. Я убежден, что мы с вами продолжим вот начатые дела в этом году. И многие из них превратим в традиции. В традиции, которые будут жить, развиваться, передаваться от нас нашим детям. Одна из традиций, мне кажется, она замечательная, это наряжать вместе елку. Вот и слово «перле», которое написано на различных языках. И в итоге «вместе». Показ национальных костюмов, выступления творческих коллективов национально-культурных объединений республики. На сцене танцевала и пела вся многоликая Чувашия. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Сергей Копеев, Республика.